Приветствую всех. Вот такая интересная проблема. Окисление. Клеммы аккумулятора. Почему они окисляются? Причем у одних это бывает, у других нет. Например, на моем аккумуляторе такого явления, к счастью, нет. Но у других окисляется. И вот задают вопрос, почему это происходит? На самом деле все очень просто. Видите, вот это соединение, где железо и пластмасса соединяются, здесь бывает утеряна герметизация. Соответственно, может испаряться кислота. Вот оттуда и происходит окисление. Но с этим как можно бороться? Есть такой вариант, народный лайфхак. Можно вырезать прокладку из войлока, пропитать ее литолом или солидолом. Вот это будет препятствовать окислению, будет защищать от этих испарений. Но я предлагаю другой вариант. Вот вам силиконовый клей, обыкновенный силикон. Обмажьте вот этот самый стык, и все. Я думаю, что пропускать не будет. Вот такие вот варианты борьбы с этим явлением есть. Я надеюсь, что они вам помогут.